Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот такой интересный пульт. Это пульт для Android TV боксов, Atom, Selenga, Perfio и различных китайских Android TV боксов, Smart TV приставок, скажем так, X96 и X96 Mini. Данный пульт у нас имеет обучаемую секцию под названием Медиа-центр. Она обведена здесь у нас белой полосочкой. Такие же пульты бывают и с зеленой кнопочкой, вот здесь не все они идут с обучаемой секцией, поэтому не удивляйтесь, если у вас этот функционал не работает. На этом пульте он работает, нам повезло. Давайте обучим с вами эту ТВ-секцию. Зажимаем красную кнопку Power и удерживаем ее примерно 6 секунд. Как только индикатор загорится поставим красным светом, пульт готов принять сигнал от другого пульта. Берем пульт от нашего телевизора, в данном случае от телевизора Samsung. Направляем эти пульты диодами и излучателями друг на друга. Нажимаем ту кнопку, которую хотим обучить сначала на этом пульте. Видите, проспали момент, надо заново вводить режим обучения. Зажимаем сначала кнопку, которую хотим обучить. После этого нажимаем кнопку на пульте доноре на нашем пульте от Samsung. Сейчас он войдет в режим обучения. Ой, я не то зажал, извините. Так, указываем эту кнопочку. Указали кнопочку, затем нажимаем на пульте от Samsung. Моргнул 3 раза, сигнал принят. Нажимаем следующую кнопку, например, громкость минус. Здесь находим здесь громкость минус. Переносим ее сюда. Например, будет громкость плюс, следующая кнопка. Нажимаем здесь, нажимаем на пульте донори. Это у нас будет кнопочка source, внешние входы. Нажимаем ее здесь. И это у нас будет кнопочка «Убрать звук», например. Нажимаем ее здесь. Для выхода из режима обучения один раз нажимаем кнопочку «Power». Сейчас сделаем сверку кодов и посмотрим, все ли у нас получилось. Перенеслись ли у нас сигналы. Нажимаем кнопочку «Включение» здесь. На пульте от Android TV Box код 02. И здесь код 02. Коды совпадают. Нажимаем здесь назад. Здесь мы вложили убрать звук кнопочку. Хорошо, сигнал перенесся. Прибавить звук код 07. Код 07. Это у нас было source. Внешние входы. Передался сигнал, все хорошо. И это у нас было убрать звук. Убрать звук. Как видите, все 5 сигналов передались с первого раза. Пульт прекрасно их запомнил. Поэтому, в принципе, отличный пульт с обучаемой ТВ-секцией. Рекомендую к покупке. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.